эти доктрины касаются настоящего искусства, а не псевдоискусства, как сейчас принято. И сейчас популярно. Или какого-то гламура там, который блестящий, но там души мало на самом деле. И чего-то таинственного. Это секрет, тайна, мистика. Я думаю, если с практической точки зрения только человек их применяет, эти знания, я думаю, тогда да. Чисто от знаний башка будет. Я уже на себе это испытал. Тот человек, который еще может нести настоящую культуру в массы. Не поддельную, не коммерческую. Настоящее искусство. Сверхчеловек – это тот, кто несет красоту в массы. Сам он на вид не очень, в основном. Thank you.
Thank you.